101. Нет. М9 следующий. Вот прорва просто идет транспорт. Прорва. Ага, а потом М2. Все, мы дождались. Идет М2. Вот после М9. А просто где он остановится теперь? Ну, проваливает этот, следующий наш ждет, не открывает, молодец. Вот он. М2, бывший Т2, представляете себе? Его уже успели переименовать. Ну что ж, отправляемся. Я вот не знаю, может лучше пересесть на одно сиденье вперед. Там этой штанги не будет. Давайте попробуем. Кстати, что-то вроде инструктора сидит, руководит движением. Шутер.
Состава Государственной Думы. Крем манежный.
Перекрёстная библиотека имени Ленина. Следующая остановка – станция метро Арбатская. Уважаемые пассажиры, ввиду сокращения случаев вандализма и других противоправных действий, в салоне автобуса ведется видеонаблюдение. При отправлении и подъезде к остановочному пункту при движении трав. Держитесь за поручни. Следующая остановка – Норильский бульвар.
приводами из автобуса не забывайте свои вещи, о вещах, оставленных другими пассажирами. Медленно, старшите водителя. Поездок. Она уже не знает, сколько.
Богомиловская, Заслава. Следующая остановка – улица Дунаевского. Панорама Боротинская битва.
Следующая остановка. Станция метро Парк Победы. Конечно, мы с тобой заезжаем, но идем на канал.
16:30 закончится. Как раз будешь больше поехали. Немножко нам нужно задержаться. Лыжи в 4, а не в 5, да? 5 лыжи в 4. Значит. А вы каждый раз будете 2 часа? Станция метро Багратионовская. Уважаемые пассажиры, при переходе проезжей части пользуйтесь пешеходными переходами и переходите дорогу перед близко идущим транспортом. Переходите улицу только на зеленый сигнал светофора. Детей держите за руку, ожидая автобус, троллейбус или трамвай, не стойте близко к краю тротуара. Будьте внимательны при переходе в проезжей части. Неожиданный выход из состоящего транспортного средства может стать причиной аварийной ситуации. Следующая остановка улица Барклая. Thank you.
следующая остановка Тивень Конечная. Так, ну что ж, вот такая поездка была по М2. Ну, конечно, я понимаю, она, так сказать, несколько, как бы слово подобрать, омрачилась не совсем хорошо тем, что там целый класс детей вошел, естественно, шум, гам. Ну, что поделаешь. Зато это реальная съемка. Не в студийных условиях, шумоизолированной комнаты, а все как есть на самом деле.